Помочь легко. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии в преддверии праздника Ураза-Байрам оказали помощь нуждающимся. Полицейские сформировали наборы продуктов первой необходимости, бытовой химии и развезли их людям, которые остро нуждаются в поддержке, посетив жителей Черкеска, Узджгуты и Хабеза. Это и многодетные семьи, и те, кто остался без источников дохода из-за того, что был вынужден приостановить работу в условиях ограничительных мер. И, конечно же, пожилые одинокие люди.